Дорогие друзья, всем доброе утро. Сегодня у нас вторник. Ой, у меня какие-то проблемы с интернетом. Не знаю, даже вот продолжаю видео, но смогу ли выложить я его сегодня, не знаю. В общем, интернет то есть, то нет, непонятно. Уже звонила в службу поддержки. Там перевели, в общем, заявку подали, чтобы пришел мастер. Мне перезвонили. Ну, он говорит, если где-то там на лестнице, то это бесплатно, если в квартире, то платно. Я говорю, ну, у нас же вот роутер работает, там эти огоньки-то есть. Интернет то появится, то пропадет, то появится, то пропадет. И он вот такой вот плавающий, то он, значит, немножко загружает как-то медленно, то вообще прерывается. И вот это вот, нужно просто нервы какие-то железные, чтобы это все выдержать. Я уже, у нас и усилитель уже есть, его подключала и что только не делала. В общем, все одно и то же, то включится, то не включится. Посмотреть что-то или записать что-то, вернее, закачать что-то, загрузить видео невозможно. Вот такое вот дело. Не знаю, в чем причина, но не дома же. Если бы что-то там с проводом случилось, так это вообще бы его не было. А это он появляется, он просто такой вот плавающий, медленный, то вообще пропадает. Вот. Вот такое. И только на среду с 12 до 3 придет мастер. Закипает кофе. Ну что ж, будем сегодня смотреть телевизор. Может быть, загружу, конечно, с телефона. Скорее всего, с телефона загружу видео. Настроение даже понизилось. Вот как мы привыкли уже к интернету. То есть я привыкла уже все на ноутбуке смотреть на своем. Даже какие-то новости, ну, хотя уже новости в последнее время я не смотрю, только настроение портить. Тут зашла, муж смотрит новости, присела с ним, и, ну, сразу там какие-то происшествия. Ребенок где-то застрял, значит, в каком-то ущелье погиб, не смогли спасти. Я говорю, ну вот, я не хочу вот это ничего слышать просто. Зачем мне это? Ну, понятно, родственникам огромное горе, не смогли спасти. Но вот это вот этот негатив с экрана, мне как-то он не нужен. Просто не хочу ничего смотреть. Вот. И вот такое вот дело, девочки, без интернета просто плохо. Конечно, я уже выбираю на Ютубе что-то. Или какие-то полезные видео, или просто отдыхающие, или на кого подписано посмотрю, или фильмы какие-то включу, посмотрю. Вот. Ну, телевизор, честно говоря, даже не хочется включать из-за вот этой вот рекламы, которая бесконечная просто. Бесконечная. Ну ладно, приятного мне аппетита. Вот я такие булочки, ну, как булочки, хлеб, вот этот чесночный, с зеленью поджарила на сливочном масле, немножко так обжарила, и яйцо взболтала с молоком. Вот. И вот такой вот, такая греночка у меня получилась. Я, кстати, люблю так, мне нравится. И особенно даже с молоком, даже не с кофе. Сейчас я сделала кофе, но это могу есть с молоком. Приятного мне аппетита и всем, конечно, кто за столом. Всем добрый день. В общем, продолжаю это видео. Скорее всего, выложу вот это коротенькое видео с телефона. Интернета нет. Придут только завтра, я уже говорила. Иду сейчас в аптеку. Заказала там на аптека.ру витамины с цинком. И два крема для лица. Таких недорогих. Покажу потом.
Иду на улице, такая прекрасная погода. Вообще ноль, по-моему, даже если не плюс один. Ну, снег как-то не тает. Здесь вот я иду дорожками такими беленькими, топтанными. Хорошо. Снежок такой спускается, ветра нет. Ой. Прошла по кругу даже. Сегодня утром думаю, что готовить. Надо первое варить. А там половина тыквы осталась. Я сварила тыквенный суп со сливками. Вот такой. И а тыква такая сладкая. Она больше для каши подходит. В общем, в результате суп такой солено-сладкий получился. Так у меня не было мускатного ореха. Ну, я там, в общем-то, и укроп положила. И кавказские травки. Лук с чесноком. Паприку такую копченую. Ну, в общем, такой пикантный получился вкус. Попробовала, ничего, вроде бы как вкусненько. Суп-пюре, в общем, получился. Девочки, пришла я из магазина. В общем, сниму коротенькое видео. Хватит у меня или не хватит интернета на телефоне. Ну вот, загружу его, а предыдущий будет позднее. Выложу позднее. Вот такой вот у меня такой заказ был в аптеку, через аптекару. В общем, заказала витамины и два крема, я вам говорила. Вот, сейчас я покажу вам. На сколько? На 347,60. Это моя покупка была. Цинк плюс витамин D плюс С и плюс кверцетин. Вот, что-то никаких больше витаминов подходящих не было, чтобы был цинк, D3 уже, чтобы все вместе. Вот. Мы с мужем уже пили такие витамины, ну, одну пачку на двоих выпили и все. И решила, все-таки сейчас уже такая погода начинается слякотная, всякие вирусы летают. Вот, и поэтому нужно еще пропить витаминчики. Это, по-моему, наши. Хотела импортные взять, но вот подходящих не было. Так, да, это наш изготовитель. Ну и Валар, да, конечно же, наш. Так, вот такой вот крем гиалуроновый. Эффективное омоложение. В общем, буду омолаживаться. Российский институт красоты и здоровья. Вот такой вот кремик. Цена вообще недорогая. Потом я скажу, понравился мне крем или не понравился. Что-то около 80 рублей, 70 с чем-то. Вот такой вот крем. Для всех типов кожи. Ну, конечно, для всех типов кожи это как-то настораживает. Но неизвестно, подойдет ли для моего типа. Вот. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота обладает уникальной способностью быстро проникать во все слои кожи. Ну, это, конечно, заблуждение, что крем может прям во все слои кожи проникнуть. Но все-таки за кожей ухаживать надо. Глубоко увлажнять, стимулировать выработку коллагена, заполнять морщины изнутри и давать вечную молодость коже. Ну, в общем, попробуем. Потом расскажу, как вообще моя кожа отреагировала на этот крем. Ну, и вот такой вот еще крем. Коллаген питает, увлажняет, улучшает тонус кожи, разглаживает мелкие морщинки. Это Невская косметика. Вот Невская косметика. У меня был какой-то крем, так он у меня валялся. Я его выбросила. То ли для рук, не знаю, как-то он жирноватый. Все время он не впитывается. Но вот об этих кремах, в общем, отзывы хорошие, что они впитываются и не оставляют липкого блеска. Ну, липкости. А мы сейчас с вами и попробуем вот этот вот крем. Я открою этот Невский. Вот, тут вот так вот зафольгировано все. Так. Так, понюхаем. А запаха, можно сказать, никакого нет. Ну, вот так вот я на руку нанесу. Раз, распределю. Ну. Запах такой нежный, приятный, почти неуловимый.
А нет, жирности никакой не оставляет. Ну, как вот на лице он себя поведет, я вам потом расскажу. Тоже он или 70 с чем-то, вот такая цена. Недорогие кремы, но отзывы они хорошие. В общем, попробуем. Поэкспериментируем. Не все же так пользоваться дорогими. Ну, особо дорогими, конечно, я не пользуюсь, но где-то 400 рублей, вот такая вот цена у моих кремов. Ну, 500 там. Вот, но не дороже. Попробуем. Потом все расскажу. Ну, а теперь я свое видео заканчиваю и попробую выложить. Всем спасибо, кто был со мной. Спасибо и пока-пока.